Сегодняшняя тема. 36% опрошенных во время физкультуры погружаются в собственные мысли, 32,4% респондентов сосредотачиваются на технике выполнения упражнений, 14,1% следят за отсутствием боли и неприятных ощущений. 9,4% участников опроса во время занятий спортом предпочитают читать или смотреть телевизор. 9% опрошенных во время физкультуры разглядывают окружающих. Занимаясь на улице, 7,6% участников опроса смотрят по сторонам. 2,8% респондентов слушают аудиокниги, а 3,3% опрошенных не смогли сказать, чем же они занимаются во время физкультуры. В опросе приняли участие 2235 интернет-пользователей. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.